Привет! Вы смотрите обучающий видеоблог про флэринг. С вами по-прежнему Иван Алексей. И мы продолжаем делиться своими навыками во флэринге. Поехали! Сегодня мы продолжим разбирать вращение бутылки на пальцах, разберем вращение правой рукой против часовой стрелки и, соответственно, зеркальное движение левой рукой. Для того, чтобы сделать это движение, вам нужно взять бутылку на обратный хват. Берем ее кольцо между указательным и большим пальцем. Когда вы делаете первое вращение, добавляете средний пальчик на место большого. Убираем большой палец, затем со стороны указательного добавляем безымянный и убираем указательный. Добиваем второе вращение, перехватываем бутылку на обычный хват и добавляем ложное движение для красоты. И получаем вот такое вот комбо. Теперь вы Николасы Сен-Жон. И делаем ложное вращение. И ни хрена никто не понимает. И не важно. И теперь несколько движений с этим элементом. Если соединить правую и левую руку, то получим вот такой вот результат. Соответственно, за спиной делаем то же самое. Подписывайтесь на наш канал, присылайте свои видео, записывайтесь на курсы. Ну а далее апгрейд присланный нам из города Ростова. На Дону. Смотрим.